Дамы, господа, княженцы, милые дамы, большущие, всем приветище, всем доброго, бодрого утречка. У нас с вами на календаре вторник. Это великолепный день, потому что у нас на улице приближается Новый год. Но он не на улице приближается, он на календаре приближается, и главное, в наших сердцах. Но пока Новый год не приблизился, Палыч вам сегодня немножечко приблизит темку бабки Оли, цепочки золотой, урагана. В общем, сегодня поговорим про мультик, точнее, сказку, как вы знаете, мультик про трех поросят. Обо всем поговорим. Ну, перед тем, как будем с вами трещать, как всегда, по привычке, лайкос за видос, комментик, подписка. Все вот эти пункты вы знаете. Но я повторяю их для тех, кто вновь прибывший на канал, для того, чтобы, ну, люди как бы могли немножечко Палычу сделать приятно. Соответственно, все сказал. Теперь начинаем. Знаете, давно не выкладывал бабку Олю. Ну, как давно, я не знаю, может быть, недели две выкладывал последний раз про них ролик. И думаю, дай-ка пока начну губаревой, пока она объедается той самой рыбой, вернее, подчивает Татьянку. Думаю, дай-ка зайду к трем поколениям. Что там нового? Вернулась ли бабка Оля? Какие пироги, ну, Таньки? В общем, что нового? Значит, захожу, и как же я удивляюсь, даже не то, что удивляюсь. Вот как только захожу, я, ребята, вот честно, как будто окунаюсь в детство. В детстве, наверное, каждый из вас читал произведение про трех поросят. Не-не, аналогию Палыч не проводит, что значит поросенок, значит грязное и прочее, он не проводит с бабкой Олей, с Танюхой. Кстати, эту аналогию, конечно, можно было провести как в кухне у Губаревой, ну ладно, потом поговорим. Значит, я провожу аналогию, знаете, просто в чем? Значит, в сказке «Три поросенка», ну помните вот эту вот ситуацию там про домики и прочее, там, да? Таких, кстати, много сказок. Еще какая-то там была сказка, произведение. Также, значит, и тут. Значит, какие изменения? Пока не было бабки Оли, ураган прошелся по территории. Причем, знаете, у Губаревой как-то во дворе все цело. Мне кажется, ураган затронул именно территорию бабки Оли. И, возможно, этот ураган был в лице Татьянки и Мишки. Собственно говоря, давайте с вами разбираться. Нет, если, конечно, дело реально в урагане, тогда можно сказать, какого хрена вы здесь все строите на соплях? Такое ощущение, что, знаете, вот так вот они строят. Либо на скотч этот забор прикручивают, либо там готово, готово, все, приклеили. Потому что таких слов у меня не находится. Знаете, почему-то, наверное, у соседей, мне кажется, и заборы стоят, и крыши в порядке, все нормально. Но тут, значит, есть какие-то свои нюансики, хотел сказать. Нет, не нюансики, давайте назовем, как Палыч скажет, микромоментики. Если предположить, что это был не ветер, точнее, не ураган, а это был именно ураган Мишка, например, ну, название есть же у каждого урагана там, да? Но мы хотя с вами понимаем, про кого Палыч имеет в виду Мишку, то я почему-то думаю, возможно, пока не было бабки Оли, значит, Танюха с Мишкой насадились. Насадились хорошо, а вот этого дела имею в виду, и пошли по территории, знаете, ну и, короче, вот с бодуна, вот в темноте пошибали и забор, падали, короче, там, на все эти запоры, сетки, в общем, мы имеем то, что имеем по факту. На выходе имеем бабку Оль, то, что имеем. Значит, Игорек и в дуэте с Мишкой они смогут, в принципе, все это наладить. Поэтому не расстраивайся, всему свое время все наладится. Главное не это. Я понимаю, да, есть какие-то вот эти, кто-то скажет, там, это вот, это ты смеешься. Нет, Палыч не смеется, просто, ну, они же показали, мы это немножечко сказали. Но, если предположить, что даже если вот бабка Оля тебя это расстроила, то есть момент, который, знаешь, он скрашивает. Скрашивает все вот эти вот микромоменты. Все. Это, в частности, твоя цепочка на шее. Да, в сегодняшнем ролике бабка Оля демонстративно, значит, открыла свой, ну, знаете, то есть вот так сделала распашку, и, мол, смотрите, значит, да, показала свою цепку, цепка новая на шее. Сейчас поговорим с вами варианты, предложим, откуда это могла цепка появиться. Вариантов, конечно, куча. Самое главное не это. Главное опять показушность. Понимаете, это все сделано, как Павел считает, просто для опять очередного хайпа, для того, чтобы лишний раз поговорили, посудачили, обсудили это, возможно, что Палыч сделал на это обзор, канал Персики для этого сделали обзор, ну, в общем, смысл такой был, потому что я иначе не понимаю то, что у них
их ход мысли, не понимаю то, что у них в голове. Как можно так, если она говорит баб Коле, что они все простыли, и горло там, и прочее, значит, при этом стоит в шапке, стоит в куртке, но при этом шея нараспашку, куртку расстегнула, кофту расстегнула. Она хоть раз когда-то, когда было прохладно, расстегивала так? Нет, ответ, не расстегивалась. Это все сделано для того, чтобы очередной раз показать эту цепочку, похвалиться, не знаю, ну, в общем, сделать шумиху какую-то. Опять, предположим, варианты возникновения той самой цепочки. Знаете, один из вариантов, что нет, баб Коля не стащила. Так вот, даже не пишите в комментариях Палычу. Хотя, пишите. Значит, нет, ну, просто ваше же мнение там где-то, может, стащила. Я имею в виду, там, это, как бы, с манекена. Ну, короче, вообще, о чем ты? Палыч, это подарила, Палыч, вы начнете там писать. Это подарила вообще сестра, скорее всего. Это первый вариант. Значит, подарочек, так скажем. Не как в той песенке. Лучший подарочек – это я. Значит, это цепочка подарена. А второй вариант, значит, заработала. Ну, заработала, знаете, такая себе мыслишка, потому что мы с вами видим и одежду, и холодильник полупустой, и состояние дома, ну вообще состояние как бы всего в общем в целом. И поэтому данный моментик мы сразу откидываем в сторону. Другой вариант. Она, возможно, могла это купить. И когда вам Палыч говорил, что будете писать про манекен и прочее, знаете, что имел в виду? То есть купить, скажем, на том же самом блошином рынке. Ну, там, где продаются там всякая всячина. И среди всего этого добра стоят там, например, такая тетя, которая продает типа золотые цепочки в 3 пальца толщиной по цене 100 рублей за 5 сантиметров. Ну, какая-то такая вот ситуация. Потом, правда, после... И главная оговорка. Не мочить под водой, иначе цепочка превратится из золотой в серебряную или, в частности, в латунную. Ну, ладно. Это просто один из вариантов, чтобы похвалиться купила. Хотя, если так вот разобраться, то, что это ее цепочка, и она ее не носила, я в это как-то не особо верю. А верю больше, скорее всего, склоняясь к такому варианту, что была в гостях у сестры, и там подарила ей, в свою очередь, эту цепочку. Опять же, если так немножечко разобраться в этом, и взять, ну, поподробнее так все это разобрать, всю ситуацию в целом, представляете, опять можно так представить себе, подумать о том, что баб Коля же она какая? Каждый раз, когда она куда-то едет, извиняюсь, надо попить, с работы пришел, еще чаечку не попили, самое главное, палочек компот. Так вот, можно такой вариант предположить, что не то, что предположить. Баб Коля же, она когда что-либо делает, она делает с таким намеком, чтобы что-то с этого поиметь. Будучи угубривой там во дворе, то раковина там ненужная валяется, то персики ненужные растут. И все в таком духе, значит. Соответственно, и тут. Возможно, было все заранее как-то это спланировано. Но я имею в виду, как, с какой целью поехать. Там, возможно, какой-то подарочек получится и прочее. Только вот интересно, в обратную сторону, какой ли был подарочек от Ольки, сестре, я просто этот момент не смотрел. Не знаю, если кто в курсе, напишите в комментиках. Ну, может быть, что подарила. Как бы это, конечно, дело семейное. Мы просто так сами немножко предположили, высказали свое личное субъективное мнение. Как бы на этом и все. Не знаю, что там загрузила Губарева, загрузила, не загрузила. В любом случае, пишите, лайкайте, комментируйте. И все. Как всегда, с вами был Палыч. Палыч пошел немножко хлопотать, пришел с работы. Я прям сразу, знаете, с корабля на бал записал ролик, а потом начал заниматься своими делами. Благо, у Палыча дел просто выше крыши, как скажет Губарева. Все, короче, вам это не нужно. Я убежал. Не забываем, что вот смотрю на тебя, лайкос поставил, коммент написал, подписочка, нам не хватает до 8000, сколько там вообще кропаль, поэтому оформляем все, подписываемся и врываемся с вами в 8000-ю аудиторию, у нас 8000, у Палыча на канале 8000, баб Коль, скоро догоним мы тебя, все, всем до новых встреч, всем пока.